если говорить о душе фирмы, да, о душе марки, то у каждой марки есть свои ароматы, на которых либо свидетельствуют об истории, либо это прототипы, какие-то исторические факты, либо это какие-то легендарные ароматы, на которых держится вся марка. То есть это сердцевина, это душа. Вот у Картузи, в принципе, один из таких ароматов – это Фиори ди Капри. Фиори ди Капри – это цветочный шипр. Когда мы говорим о Картузи, мы говорим прежде всего об этом аромате. Аромат был создан в 90-м году по оригинальному рецепту 1380 года. И основными компонентами, именно цветочными компонентами, являются дикая гвоздика, лилия, иланг-иланг, ноты сандалового дерева и дубовый мох. Фиори ди Капри, помимо туалетной воды, у них роскошная банная линия. То есть есть лосьон для тела, есть гель для душа, есть твердый парфюм, который очень уместен в летнее время. Есть интерьерные ароматы с ротанговыми палочками для дома. Есть мыло ручной работы. То есть можно попробовать все. Можно начать с банной линии. То есть летом это очень уместно. Лосьоны там великолепно увлажняют, плюс дают стойкий цветочный такой вот нежный шлейф.